Всем большой привет! Меня зовут Юля, и добро пожаловать на мой канал. В этом видео вас ждет шопинг-влог. В основном он будет посвящен различным аутфитам для университета, возможно, для кого-то для школы или для офиса в том числе. То есть что-то такое более, скажем, официальное, ну и не только, но более с таким осенним настроением. Я уже буквально несколько последних дней практически жила в Пинтересте, изучала различные тренды, что сейчас будет модно и популярно осенью 23-го года. И, в общем-то, сейчас мне кажется, что у меня уже огромное количество разных картинок у себя в голове, и я постараюсь в магазинах подобрать все самое такое удобное, классное при этом и актуальное. Первым делом я, наверное, зайду все-таки в H&M. Я долго думала, куда мне идти сначала. Наверное, в H&M в Праге я меньше разочаруюсь, чем в Заре, потому что она здесь как-то не очень, честно говоря. Все еще Барби коллекции. Вот тут H&M сам даже выставил такие варианты образов в школу. Я нашла какую-то гипер-огромную примерочную, и при этом здесь не играет музыка. Господи, как же это хорошо, что мне не придется потом накладывать звук. Потому что во многих магазинах, особенно в H&M, это постоянно просто какая-то дискотечная музыка. Настолько громко, что просто невозможно ничего показывать. Так, первый образ у меня получился с такой супер оверсайз рубашкой, которую я наполовину заправила в юбку. Юбка при этом, мне кажется, немножечко все-таки коротковата для школы или университета, но в целом почему нет? В общем-то, можно и так. И в данном случае рубашка, как вы можете видеть, это тренд сезона. Она с супер объемным манжетом здесь, и он такой еще открытый. Мне кажется, вообще потрясающе классно выглядит. В общем-то, можно в целом, если погода позволяет, например, если это еще только начало осени, носить этот образ в целом как-то так. Можно также заправить вторую часть рубашки в юбку, а сзади, например, оставить ее просто на выпуск. В целом это будет смотреться очень гармонично и классно. Но этот аутфит в целом я изначально задумывала вместе в сочетании с таким жакетом. При этом, обратите внимание, манжеты у меня на выпуск. Это сейчас тоже считается как один из таких трендов сезона на осень. И мне очень нравится, на самом деле, как выглядит этот костюм. Мне кажется, что он очень-очень классно подойдет вообще во всю эстетику университетов и школ. Единственное, что я, конечно, больше люблю, когда юбка немножечко выглядывает из-под жакета, а здесь так получается, что в некоторых случаях она, может быть, даже немножечко туда будет загибаться больше и уходить, скажем так, и из-за этого будет казаться, как будто вы в одном жакете вышли. Вот. Но в целом это тоже не критично, опять-таки, такие образы, мне кажется, сейчас вообще просто на пике популярности, поэтому я в целом довольна. Так, в этом образе давайте представим, что у меня это галстук. В H&M, к сожалению, не нашла никаких галстуков, ничего вообще даже похожего на них, только какие-то платочки или вот такая вот завязочка, повязка на голову. Вот в целом сейчас галстуки очень-очень популярны будут в осеннем сезоне. И я думаю, что для школы это супер классный вариант, если вы одеваете белую рубашку или даже любую другую и дополняете ее таким аксессуаром, как галстук. И вот примерно так я представляю себе такой образ. Мне кажется, что тренд с галстуком для женских образов выглядит очень благородно. Мне кажется, очень такое стильное дополнение. Я немножечко напоминаю себе представительницу группы Тату. Но в целом мне нравится. Мне кажется, очень классно. При этом обратите внимание, что рубашка это тоже оверсайз, это уже другая. И мне в ней очень сильно еще нравится, что здесь есть вот такие вот классные карманчики. И это, в общем-то, практично и удобно, и при этом смотрится очень стильно. И далее я решила дополнить этот образ таким оверсайз черным жакетом. Он при этом какой-то супер утепленный. Не знаю, может его, в общем-то, можно носить как такое, как куртку или как такое мини-микропальто. В общем, в целом, мне кажется, что особенно на улицу куда-то, потому что в помещении в этом будет, конечно, очень жарко. Вот, ну и в целом смотрится очень хорошо. Мне кажется, если смотреть как такой костюмный образ, то вот он, почему нет, но при этом здесь сочетается разная ткань, то есть более такой плотный жакет, который в этом, в том числе, вы можете снять, и юбка, которая такая уже более, не знаю точно, с чего она выполнена, либо хлопок, мне кажется, на ощупь. Ну, в общем, что-то более легкое.
Следующий образ вдохновлен таким американским школьным стилем. Я стилизовала его с плиссированной юбкой в стиле преппи и с таким ярким акцентным свитшотом, который уже идет с белым воротничком. Если бы белого воротника не было, то я бы сочетала свитшот с той же белой рубашкой. Или я недавно видела, то ли у Беллы Хадид, то ли у Хейли Бибер, такую вставку, типа эта рубашка снизу. Учитывайте, что этот джемпер очень длинный, то есть вы можете увидеть, что полностью закрывает юбку. Также это очень стильно, чтобы рубашка торчала снизу из-под свитера или из-под свитшота, что делает образ многослойным и таким более цельным. По H&M я особо не нашла хороших классических черных брюк или вообще каких-либо брюк. Не знаю, как-то то крой не тот, то материал. И вот, наверное, единственный такой вариант, который я нашла, это вот такие вот черные классические брюки. Но опять-таки я совершенно недовольна их качеством и их материалом. Но при этом у меня получилось составить такой немного парижский аутфит с таким очень милым беретом. На самом деле он еще такой приятный на ощупь. Потом покажу вам поближе его материал. И вот такой вот классный твидовый жакет. Он укороченный. На самом деле, я думаю, его можно носить как на учебу, так и куда-то на какое-то мероприятие. В общем-то, почему нет? Если сочетать, например, с какой-то более классной такой юбкой, но при этом тоже какой-то более строгой классической, потому что, конечно, этот твидовый жакет перенимает все внимание на себя, поэтому прям сильно утяжелять образ я бы не стала. Возможно, с белой рубашкой это выглядело бы очень так романтично плюс и довольно торжественно. Следующий образ относительно простой, и я стилизовала его с классическими черными брюками и рубашкой в полоску. И в целом мне кажется, что это очень лаконичный образ, когда не хочется запариваться с утра, что же сегодня надеть. В целом в H&M я видела довольно много классных рубашек, например, даже вот эта вот голубая, тоже можно сказать, что это был тренд сезона, больше, наверное, даже летнего, но на осень, в общем-то, мне кажется, он тоже переходит. И далее уже идет такой образ, как дойти до учебы. Соответственно, я сочетаю это с этой рубашечкой. Она такого тоже приятного материала, но я боюсь, что это какой-то полиэстер или сейчас делают какой-то эко-полиэстер. Не знаю, в любом случае выглядит это здорово. Если где-то поискать из хороших материалов, например, из хлопка или даже из вискозы такие рубашки, мне кажется, тоже было бы супер, даже намного лучше. Потому что это не было бы так жарко сидеть в помещении. Все-таки натуральный материал — это натуральный материал. Вот, но я, в общем-то, сейчас не об этом. Также я нашла вот такую вот курточку. Она удлиненная и сделана немножечко как бы по типу жакета. Но, опять-таки, это не совсем жакет. И также там сзади есть еще пояс, то есть ее можно приталить. И она будет, опять-таки, тоже смотреться более романтично. Но что мне хочется отметить, мне кажется, что такого формата куртки лучше носить именно с брюками, но не носить это с юбкой. Потому что, мне кажется, будет смотреться не очень, хотя, опять-таки, почему нет, можно поэкспериментировать и посмотреть. Так вот смотрится приталенный вариант, но, честно скажу, мне нравится, наверное, все-таки меньше, чем когда он смотрится оверсайз, без пояса. Но если, например, на улице холодно, идет сильный ветер, хочется как-то больше все застегнуть и закрыть, то, конечно, как такой вариант, тоже очень здорово. В целом, мне очень нравится эта куртка. Еще раньше, кстати, как-то я вообще не рассматривала какие-то куртки к покупке. Мне почему-то они совершенно не нравились, вот именно такого фасона. А сейчас я так думаю, что смотрится очень классно. Еще один образ, но уже более экстравагантный. Возможно, он не всем подойдет для учебы из-за платья. Но это платье можно легко заменить на какой-то образ, например, с удлиненной юбкой или даже на платье-футляр. А тренч, мне кажется, что это просто must have для осени. И еще я большой фанат шляп, поэтому я решила дополнить свой образ этим аксессуаром. И образ сразу становится более элегантным. И еще один аутфит, это платье-пиджак. Но в данном случае мне не очень понравилось качество. И, возможно, оно предусматривается на более высокий рост, а не на мои 1,60 м. Мне еще нравится такой твидовый жакет, вроде как под твид сделан. Очень такой приятный, симпатичный, с золотыми пуговками. Очень классно смотрится. Единственное, что я вижу, к нему тут подобрана такая юбка. Не совсем твидовая, но опять-таки разница текстур тоже, почему нет. Смотрится очень неплохо вместе, мне кажется.
И еще один классный тренд – это белые носки. Это тоже очень красиво и гармонично смотрится для образов в университет и в целом на осень. Уж не думала, что я это скажу, но в H&M я себя чувствую настолько вдохновленной. Здесь действительно много классных вещей, но в Zara я все-таки зайду. Я решила найти оригинальный способ снять себя. Я еду на эскалаторе, и здесь зеркала. Как же мега жарко на улице, это просто невозможно. Как хорошо было в помещении, где есть кондиционер. Я уже просто спешу в Зару, чтобы опять охладиться. Я решила для себя взять просто как за правило, если мне что-то нравится, я фотографирую какие-то референсы этого, или просто снимаю эту вещь, и потом уже, если мне она прям так нравится, то я уже потом могу прийти, купить или заказать онлайн. Потому что если я покупаю сразу же, мне кажется, что я обычно погорячилась и совершила необдуманную покупку. В Заре я нашла в изобилии тренд этого лета, который плавно перейдет и на осень, и это жилетки. Данный образ состоит из такого нетипичного костюма с жилеткой. Его материал и формат больше напоминает что-то расслабленное, низ так вообще, мне кажется, что-то больше спортивное. Но в целом этот образ можно стилизовать с классическим жакетом, и тогда будет, во-первых, не холодно, а во-вторых, образ сменит вектор в более классическое направление. Следующий тренд сезона – это куртка-косуха, и я решила в данном случае взять на несколько размеров больше, чтобы она смотрелась будто бы с мужского плеча и супер оверсайз, очень объемная. Также очень в моде кожаные и не только бомберы. Я тут нашла свой бомбер, который я покупала еще в прошлом сезоне, по-моему, весной, кстати. Класс! Приятно видеть, что он, по-моему, по той же цене, если не дороже. И у меня, причем, самый-самый большой размер, и так, мне кажется, он лучше всего смотрится. Может быть, у меня, кстати, немножечко другой. Этот кажется более таким потертым. Следующий образ – это костюм с жилеткой и очень необычной акцентной юбкой с разрезами, который я дополнила еще таким черным оверсайз-жакетом. Очень нетривиальный образ получился, при этом супер актуальный и подходящий как для учебы, так и для каких-то мероприятий. Жилетка в данном комплекте мне очень понравилась, особенно не супер глубокий вырез, но спина в данном случае очень открытая у данной модели. И еще один вариант – это белая жилетка. Мне очень нравятся контрастные образы с жилеткой, где низ черный, а верх белый, или же наоборот. Или же тотал белый или тотал черный. Еще один вариант для тех, кто не любит тренчи – это вариант укороченного или обрезанного тренча, который смотрится как куртка-топ, но при этом он не утяжеляет образ и в целом может хорошо подчеркнуть фигуру, если сочетать с каким-то, например, облегающим платьем под низ. Я нашла такую же жилеточку, как была такая кремовая на мне, только черная. И вроде она тоже выполнена из льна, даже немножечко колется. Ну да, видно, что это не синтетика. Прикольно, в общем, много разных расцветок есть. И в том числе я еще видела, есть вот такой вот костюмчик, тоже в таком цвете, я не знаю, морской волны, можно сказать. Или бирюзовым даже, наверное, ближе. Тоже симпатичный такой. И он идет с брюками. Единственное, что брюки такие, немножечко более офисного фасона. А это я. Мне еще очень понравился вот этот костюм. Во-первых, очень приятный материал. Я, наверное, уже не буду его мерить, а то у меня уже не остается сил, и мне надо срочно попить воды. Иначе я просто не выдержу. Я скину, как он выглядит. По-моему, здесь с ним идет тоже, смотрите, вот такая вот жилетка, очень симпатичная, и брюки. То есть это полностью такой целый полноценный костюм. Очень классно. Материал супер. Все смотрите в описании, все ссылки. Такой рваный тренч, точнее куртка или все, что осталось от тренча. Прикольно смотрится, здесь даже такие ниточки торчат. И есть поясок. Мне, наверное, такой даже больше нравится. Он более оригинально смотрится. Но зеленый такой хаки цвета, который я примеряла, мне тоже нравится, в общем-то. Красота невероятная. Как можно не сорваться и не купить это все? Очень красиво смотрится, и такой классный люрекс.
Вау, просто вау. Здесь тоже еще очень такой симпатичный топ. И, кстати, здесь же прям идут бомберы. Это тоже тренд сезона. В общем-то, очень тоже прикольный, но, опять-таки, мне кажется, это больше вечериночный вариант. И такие брюки с серебром. Очень классно. Мне нравится вот эта вот эта часть Зары. О, господи, неужели в Праге поставили кассу самообслуживания? Я не верю просто в это. Как классно. Еще бы на выдачу поставили аппарат отдельный, как где-то видела в Польше. Супер. Я решила немного поэкспериментировать с нарядами. И я взяла очень много брючных костюмов. Честно говоря, здесь их просто огромное количество, и все очень красивые. Решила я начать с такого более экспериментального образа. Он на самом деле более такой фиолетовый, и он очень блестящий, как вы можете видеть, если я ближе подойду к свету. Здесь есть такие вот симпатичные шарики, как рисунок. Этот костюм мне очень понравился, во-первых, из-за того, как он сидит, а во-вторых, из-за приятного ярко-персикового цвета. Очень выигрышно будет смотреться даже во время плохой осенней погоды. И еще один вариант костюма, он тоже скорее больше подходит как какой-то вечерний вариант, но почему бы и не поэкспериментировать. А на свету, как вы можете видеть, он очень красиво блестит и переливается. И в Резервд я нашла такой вариант хорошего брючного костюма тройки, тоже с жилеткой. Мне очень нравится его цвет, и тонкая черная полоска смотрится, мне кажется, очень благородно, и также идеально вписывается в очень популярный сейчас стиль Old Money. Я решила в срочном порядке зайти в Lidl, потому что, мне кажется, я уже умираю просто от жары и от того, что хочется пить. Потому что на улице 30 градусов. Единственное, что спасает, это кондиционер. Удивительно, но оказывается, в центре города есть касса самообслуживания. Потому что обычно, почему-то как-то замечала, что в Lidl ее нет. И вот такая вот здесь красивая улица, можно сказать, для шопинга. Видите, Shopping Gallery. В общем, здесь прикольно. Мне здесь понравилось даже намного больше, чем в торговом центре. И там виднеется пороховая башня. И вот так эта красота выглядит вблизи. Господи, я уже дома, и это просто какое-то испытание идти по солнцу. Сегодня у нас действительно градусов, мне кажется, не знаю, 35. Мне кажется, так. Но хорошо, что обещают дождик вечером. Я надеюсь, что будет хоть чуть-чуть попрохладнее. Все, что меня спасает, это кондиционер. И, в общем-то, наверное, все. Вот, но не будем об этом. Я сейчас спешу уже монтировать этот влог. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ждите скоро новое видео. А я с вами на данный момент прощаюсь и желаю всего самого наилучшего. Всем пока!